Привет, на связи Таня Брайт. Это был челлендж «Как сочинить песни» с теми словами, которые вы мне написали. И даже не на каждое слово, я решила сделать сразу на все. Картошка, это я, Даша, сердце, класс, школа. Давайте проверим, получится ли. Это я, девочка Даша. И, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе. И какими мы были веселыми. Хватались за ручки, хватались за ножки и ели картошку хрустящую. А сердце сказало: любить это важно, встретить любовь настоящую в школе возможно. Привет, на связи Таня Брайт. Это был челлендж «Как сочинить песни» с теми словами, которые вы мне написали. И даже не на каждое слово, я решила сделать сразу на все. Картошка, это я, Даша, сердце, класс, школа. Давайте проверим, получится ли. Это я, девочка Даша. И, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе. И какими мы были веселыми. Хватались за ручки, хватались за ножки и ели картошку хрустящую. А сердце сказало: любить это важно, встретить любовь настоящую в школе возможно. Теряем связь так быстро, между нами пропасть. Мы стали чужими, я больше не знаю, кто ты. Кто ты, кто ты для меня? Кто ты, мне не нужен твой ответ. Кто ты, кто ты, кто ты для меня? Кто ты, кто ты? Я говорю прочь из моей головы. Ты там уже всю ночь, ну давай уходи. Я говорю прочь, я говорю стой. Ты каждый разрываешься и делаешь дестрой. Я говорю прочь из моей головы. Ты там уже всю ночь, ну давай уходи. Я говорю прочь, я говорю стой. Ты каждый разрываешься и делаешь дестрой. Теряем связь так быстро, между нами пропасть. Мы стали чужими, я больше не знаю, кто ты. Кто ты, кто ты для меня? Кто ты, мне не нужен твой ответ. Кто ты, кто ты, кто ты для меня? Кто ты, кто ты? Я говорю прочь из моей головы. Ты там уже всю ночь, ну давай уходи. Я говорю прочь. Так быстро, между